Я пожелаю молодым творческим людям прежде всего оставаться людьми. С большой буквы «Л». И я, если передо мной станет выбор замечательный, талантливый человек, актер, либо хороший просто человек, я выберу хорошего человека. Талантов огромное количество, очень много в разных сферах и в этой. А вот добродушных людей, людей с доброй душой, очень мало. То есть талант можно развить, если есть человеческие качества? Да, мне сейчас такое количество талантов на сцене, которые смотреть на их талант тошнит, и слушать то, что они проповедуют в своих спектаклях, не хочется совершенно, потому что они выворачивают себя наизнанку, а в этой изнанке ничего кроме грязи, насилия, комплексов, извращений нету. А хотя они талантливые люди, это печально. Поэтому я желаю молодым художникам быть художниками за большой буквы «Х». Желаю быть терпеливыми и не ждать немедленного результата от самой трудной работы. Это очень сложно.